Уфа стала единственным городом-миллионником в России, где упала стоимость на однокомнатные квартиры. Такие данные приводит исследовательский сервис «Домфонд.ру». По оценкам аналитиков, однушка в столице Башкортостана подешевела на 0,5%. Если раньше ее можно было приобрести за 2 миллиона 236 тысяч рублей, то сегодня за 2 миллиона 225 тысяч рублей. Такие цены на однокомнатные квартиры упали еще в 9 российских городах. Самый большой спад наблюдается в Нижнем Тагиле, почти на 9%. Квартиру можно купить за 1 миллион 600 тысяч рублей. Далее следует Архангельск. Здесь цены упали на 8%. Однушка стоит от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров Нижневартовск с ценовой категорией 2 миллиона 400 тысяч рублей. Однако эксперты рынка недвижимости Уфы такую статистику считают неактуальной, так как однокомнатные квартиры являются самыми востребованными в своем сегменте. Непонятно, откуда такая информация. Я бы такие аналитические данные назвала ничего не значащими. Последние два года рынок новостроек по средним ценам только растет. А рынок вторичного жилья за 2019 год тоже не показал снижения. Я думаю, что такая информация Домофонда вызвана наличием на большинстве порталов большого объема так называемых фейковых предложений по заниженной цене, которые размещаются с целью привлечения покупателя. Но стоит сказать, что, по мнению экспертов, данный рейтинг был опубликован с целью создания спроса на квартиры, так как ежегодно в первом квартале продажи падают. По оценкам экспертов, рынок недвижимости в Уфе за последний год в среднем вырос на 7%.